shadow store up one panel. Siding wasn't really that much. Хотел бы отметить антураж футбольный на стадионе, на котором газон, качество газона, атмосфера, которого просто играть плохо невозможно. Второй момент. Я как бы своих ребят благодарил за хорошую игру, за отличную игру. И во многих футбольных компонентах мы были сильнее. И что мы были десятером, что мы были девятером, разницы я не видел. То есть имели преимущество, владели мячом, владели ситуацией, но к сожалению, пропустили несколько голов и свои шансы не использовали. Я надеюсь, что основание у нас есть. Эта игра стала сделать за результат. Вам меня поняли, каков Алексей Александрович? Ну, не знаю, в каких компонентах Славия владела всем. Забей Корницкий в первом тайме второй гол. И, в принципе, я думаю, что могли бы решить матч еще в первом тайме. Но я согласен в том, что игра кубковая, а то, что происходит в чемпионате, на кубковые игры не распространяется. Последние результаты Славии говорят сами за себя. Поэтому, прежде всего, я рад победе, как бы это ни было, и проходу следующей. Ну а с точки зрения игры, естественно, нам надо прибавлять. Если есть вопросы, поднимайте руки. Пожалуйста. Алексей Александрович, все равно, как говорят, победителей не судят. Но все же сегодня не чувствовалось, что Гомель играет на своем поле. Вот. Вторым, как говорится, номером. Вот это специальная тактика и установка на игру. Ну, я уже косвенно сказал об этом, что кубковые игры отличаются от игр чемпионата. На одну игру может собраться любая команда, поэтому здесь как бы, пока мы стремимся к той стабильности, и я нацеливаю команду на то, что перед своими болельщиками мы должны зрелищный, активный футбол показывает. Но сегодня не получилось. Будем стараться демонстрировать классный футбол в следующих играх.